have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки, и мы с вами возле шахты Большого Ущелья. Я с ружьем? Да, с ружьем, хорошо. Фух! Ты мне помог немножко, дружище. Было прям неплохо. Фух. Что-то мне прям поплохело. Забрать все. Давайте я посмотрю, чем там можно полечиться. Возможно, я смогу... Нет, я пошутил. Так, возможно, я смогу какие-нибудь кактусы сожрать, какое-то мясо пожарить. Что-то мне прилетело неплохо так. Я, кстати, блин, я очень много потратил... патронов. Даже на близкое расстояние. На близкое расстояние мне, наверное, не надо было тратить винтовочные патроны. Ну, что ж теперь делать? Ой, там еще и кто-то остался. Давайте F5. Вилку в смысле переполнен? Ты че? Сейчас, ребят, минутку. Вроде как немножечко расхлебал свой инвентарь. Кое-что разобрал, кое-что отдал напарнику. Так, кактус. Кактус можно дважды протыкать. Хорошо. Давайте тогда этот. Не-не-не-не-не, аптечки это на крайний случай, так что... А, тут можно было сверху пойти, прикиньте. В бочке пусто. Я что-то без разбора начал стрелять, думаю, тут враги, надо просто их всех перестрелять, и мир станет лучше. Наверное, нужно было более тактически, что ли, подойти ко всему этому. Не-не-не-не-не, ты ничего не видел. О-о-о-о, меня сейчас убьют. Да. Блин, а это было... Ладно, хорошо, 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 хорошо. Я понял, 2 секунды. Так, ладно, я опять немножко перекинул снаряжение. Сейчас пытаюсь пошариться по кактусам. Я упорно не хочу тратить аптечку. Не знаю, что со мной не так. О, вот эти кактусы можно съесть. О, хорошо. Практически вдвое подняли себе уже жизни. Это приятно. Это никак? Нельзя. О, он прям тут. F5. Так. Сейчас будем смотреть, что я могу сделать с этим всем. И этого никто не услышал. Красота, F5. Надо чаще. Короче, да, сколько кактусов, столько их можно и выпить. Это прикольно. Давай сюда все.
Насчет бочки, кстати, я думал, что будет лучший эффект, когда она взорвется. В смысле взлом? Ты издеваешься? Подойди сюда ближе, что ты как... По-моему, мне сейчас будет лучше применение для бочки, подождите. Если я смогу ее нести. И меня не заметят. Они тут, на удивление, глухие и слепые. Ну, как бы, и хорошо, спасибо им за это. Иди сюда. Да отойди еще сюда подальше. Вот. Отлично, критических накидали. Давайте F5. Посмотрим, что у нас тут и зачем. О, тут лишний бинт. И вот, вот, я не зря взорвал. Тут что-то все-таки было полезное. Из птички можно еще также, оп, окорочка взять. Ну, в смысле, крылышки. Их когда-нибудь поджарим, и все будет хорошо. Значит, давайте обыскивать. О, тут еще полечиться можно. Вообще мне все надо здесь. Удачник они тут. У-у-у, медный двуствольный, зелька. Обыскать. Ребята, у вас тут прям неплохо. А у вас тут прям хорошо. Ох, тут можно забирать вообще все подряд. И еще вот этими кактусами лечиться. Неплохо. А, значит, напарник на себя их забайтил. Он не особо много урона сделал. А, давайте их пяточку. Но он на себя забайтил, и получилось неплохо. Картошечку давайте я тоже возьму. Вода. Ну-ка, пить можно ее? Нет, мы только мокрыми стали от этого, и все. Я тут вроде... Да, вон, я видел еще врагов. Поэтому... Хорошо. Патронов, в принципе, хватает, но мы каждый раз находимся на какой-то границе буквально, что вот-вот и не хватит, вот-вот и не хватит. Скоро придется, кстати, наверное, разбирать оружку. Так, а что тут? Просто выход с карты? Серьезно? Вот так вот? Хаотично. Так... Давайте смотреть. Бочка с маслом. М-м, тут можно было... Жаровня. О-хо-хо-хо. F9. Блин. Ну, давайте вот эту картошечку одну пожарю. Отлично. Все, теперь можно F5. Вот мясо, которое с собой таскал. Блин, тут кактусы. Ну ладно, мясо все равно пригодилось. Оно того стоило. Так, динамит, а чё бы нет-то? Бочка пуста, там было сказано, что пусто. Я не помню, а, вот, F. F это толкать. Ведро с краской. Ну, кстати, неплохо было. Можно было не стрелять, можно было их по-разному вот так вот уничтожить. Бочку разнесло просто. Но это если простелсить, это если патроны не тратить. Да, я говорю каждый раз, что у меня с патронами напряг, и их там тютелька в тютельку. Но с другой стороны, в
принципе, жить можно. Если что, я потом еще, может быть, их даже прикуплю. Так, тут можно присесть. Тут у нас ничего нету. А мне туда наверх. Ну, хорошо. Думаю, мы тут более-менее со всеми ребятами справились. Этого разнесло. Давайте сейчас быстренько оружки посмотрим, какие у нас есть. И, возможно, мы что-то можем заменить. А что-то, может быть, и продадим. Так, нож на второй... У нас лук и револьвер третьей степени. Поэтому револьвер у нас все сразу. Вот эти первостепенные, они уходят в небытие. Все, что первой степени, вот эти... Они тоже расходятся. Теперь, ты у нас... А, двуствольный стабс. А ты у нас двойной урок. 5 в этом, 52, 80. Ну, я даже не знаю, не определился среди них. И винчестер 40. Это у нас 30, но у него боезапас выше, но дальность меньше. Тут... Не-не-не-не-не, я оставлю пока что вот этот, который на большей дальности. Очень дальний. Скорость медленная, скорость обычная. Да, тут быстрее, но... Мне оно не надо, спасибо. И вот этот вот, я даже не знаю, может быть, с тобой поделимся? Что скажешь? Ну-ка, покажи снаряжение. Ты с чем сейчас? Я думаю, вот... где он у нас? На, держи. В крайнем случае, у тебя будет второе оружие для использования. Рычаг. Вот и рычажок, здравствуйте. Пули. Фонарик, стульчик. Подъемник. А, то есть это прям туда, куда мне надо. Тогда подождите. Тогда подождите. А вот это что? Тут есть хорошее... Во-первых, тут туз. Во-первых, во-вторых, тут есть ружье. Так, туз мы с этой локации получили. Ящик пусто. Ну, хорошо, это многое меняет. Что у нас по тузам? Способности. Этих у меня вообще 11. Надо будет разобраться с ними. 8. 8, Карл. Значит, я могу сделать 3 и 5. Да. Улучшаем на максимум. Все. Теперь я лидер отряда. Максимальное здоровье себе качнул. Максимальное здоровье своему отряду качнул. 270. И, блин, как-то нечестно. Ну, не то чтобы нечестно. Но с другой стороны, они чаще танкуют. И они боты. Поэтому что с ними станется. Поехали. Подъемник, спуститься. Меня всегда этот каламбур, не знаю, не то чтобы напрягал, но всегда казалось забавным. Потому что эта штука называется подъемник. Но она выполняет две цели. Она и поднимает, и спускает. Здесь влажно, пахнет тиной и мокрым камнем. Вы слышите шаги в темноте? Да, я возможно, и слышу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Тут вот эти вот... Мяу-мяу-мяу-мяу. Копать, да? Отлично. Возможно, здесь, в замкнутом пространстве, была бы хорошей мыслью. А я так не дотягиваюсь. Было бы хорошей мыслью ставить ловушки. Чуешь запах? Только не говори мне, что тут нельзя стрелять. Вот зачем дробаш на 5 патронов. С другой стороны, у меня дробаш вообще не прокачанный. Но... Забираем, забираем. Это нам не надо. Дробаш на 5 патронов прям... Я мог его сбить этой штукой, да? Она так далеко поехала.
Может, ты лампу выключишь как-то? Я не пойму, как это работает. Из-за той изометрии, которая здесь. Кипаут. Да я вижу, что кипаут. Блин, они тут прям все бронированные какие-то. Нет! Вот это был уворот. Не загореться бы. Критический! Сдохни! Блин, у меня 3 обоймы осталось. Вы что делаете? Вот тут шашлычок. Нужно будет поразбирать немного. Блин, эти с ножами были, придурки. Мало того, что бронированные, так еще и с ножами. Это я обыскивал. Это тоже с ножом. Хочется немножечко больше, наверное, урона от environmental damage, что называется. То есть, вот что-то взорвалось. Хочется, чтобы оно кого-то убило насмерть, там, например. Ну, вот такие вот вещи. Ну, конечно, хотеть не вредно. Так, избавляемся от старых пушек. Оп, нормально. Может, какие... Да, еще и патрончиками немножко разжились. F5, нифига. Надо было, наверное, сначала под... Видите, бочка с маслом. Их можно было так поджарить. Но я понимаю, что меня толкают к тому, чтобы вот пользоваться больше динамитом, а не просто грубым оружием. Но все же... Так, это мы делаем, картофанчик мы хаваем, и все, тут больше ничего у меня нет. Слушай, а у тебя еды не осталось? Я не помню, как это работает. Ну-ка, покажи снаряжение. А, у тебя яйца есть, точно! Взять. Картофан, яйца, кукуруза. Да, у него прям много еды было. Вот мы сейчас немножечко себе еще здоровье подправим. Хорошо, прям отличненько. Если что, потом вернемся к этой же жаровне и посмотрим. Оп, динамит. Лопата свеженькая, супер. У меня как раз заканчивается, я думал, где мне взять. Смеемся после слова лопата. Ладно. Вот это можно покопать, я не против. Нужно будет вернуться еще раз в город, посмотреть, что у нас по слиткам. Стойте, а вот это разве не значит, что это можно взорвать? Ну-ка. Встань. Там камни растресканные, видите? Возможно, я хочу попробовать. У меня довольно много динамитных шашек. F5. По-моему, я взорвал эти камни, нет? Или мне кажется? Сейчас оно прогорит, и мы глянем. Офигеть. Каменная реликвия. Видите, я, оказывается, был прав. Вот опыт игры, опыт пребывания в компьютерных играх, так типа ты видишь где-то трещинки? О, здесь должно что-то быть. Это не просто так. Ящик пусто, там было написано. Можно вот этим еще взрывать, конечно. А что, это хорошая идея. Давай вот тут вот выкопаем сначала. У нас тут куча TNT, который мы можем, грубо говоря, просто таскать с собой, взрывать. Вот эти вот анимации сквозь стену, они немножко раздражают. Там какие-то животные. Какие-то люди. Мясник стоячей воды. Я не хочу на него...
И прикиньте, оно не сдохло от динамитной шашки. Вот про что я и говорю, что, ну блин, ну хочется, если человеку под ноги падает динамит. Я понимаю, что уровень и всякое такое, оно тут очень важно. Но елки-палки, нельзя так. Факел? О, спасибо. О, аптечечка. А это случайно не сюда моя вагонетка приехала? Сюда. Кстати, там есть... Подожди, эту лестницу никак не могу поставить. Видели? Забрал 6 баксов в полете просто. Обыскано. Тут ложка, тут нам не надо. О, а это... Без свежего мяса не входить. Кормить каждые 3 дня, реагирует на шум, любит... сирен, просто человека сожрет. Между вами и зверем должна быть тележка. То есть там что-то прям жесткое, да? Огромнейшая тварюка, которая там ходит. Подожди, 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 дружище. Не все так просто. Между вами и зверем должна быть тележка. А тут тогда что? Что это за барсуки-крысы? Да какая отмычка, блин, оно из ветхого дерева сделано, ну... так, давайте-ка вот так, наверное. Зря потраченный динамит. Я это понимаю. F5. Сохранить игру сейчас нельзя. Ух. Нормально. Вот тут дробаш, кстати, хорошо зашел. Прям в упор притыкали... Это все неправда. Так, это мы все заберем. Подожди, ключ от ям с чудовищами. Фига себе. Заряды дробаша. Кстати, мне этим это и подсказали. Смотри, дробаш. Ладно. А, тут шкуру. Ну, давай я возьму, допустим. Открыть заперто? Ты че? У меня ж ключ от ямы. Ты же явно чудовище. Подожди, возможно, я найду еще один ключ. Я за тобой вернусь. Посмотрим, как себя вести будешь. Сохранение. И... Ясно, понятно. Так, у меня есть 2 бочки. Одну я бы, наверное, сейчас сюда притащил. Посмотрим, как оно будет. Бочек-то у меня, кстати, наверное, 3. Там явно можно взорвать. Может, ну его нафиг, сначала с вот этой тварью разберемся. Куда ты зарылась? Ну, в принципе. Пещерный ужас. О, это хорошо, это язык. А, сейчас, погодите. Так, немножко раскидали инвентарь. Давайте посмотрим, что тут. Оберег, глиняный шар. А зачем... А, глиняный, да нет. Чем было лепить из глины плотный шарик, знает только свинолюд, который это сделал. И человеческий череп. Я возьму этот шарик не потому, что он какой-то ценный, а потому что мне просто интересно, а вдруг это потом придет к каким-то непонятным последствиям.
Бочка. Кусок угля. Да чтоб тебя! Все, я полностью до отказа забил снаряжение моего напарника. Надо будет потом что-то, наверное, в лошадь положить. Посмотрим, как это будет все. Так, веревка. Пули. Ну, кирка свежая. Кирку возьму, они никогда не лишние. Особенно... Уйди. Особенно... Да не то, уйди. Нацелись, пожалуйста, на бочку соды. Спасибо. Особенно учитывая, как сейчас по шахтам тут ходишь, все копаешь. Это интересно. Мы сейчас... Подкова у него тут. С этим другальком разобрались. Я не знаю, вот эти потрескавшиеся куски земли, они, наверное, ничего не значат. У него вот своя закрытая... Хотя закрытая комната, погоди. А вот это что тогда? Открыть. Вот для чего этот ключ был. Берегитесь горных нереид. Они больше не попадаются на убеждения от людей, в них ничего не осталось. Теперь для них существует только золото. Золото и разрушение. Лучшее, что мы можем сделать, это запереть их. Тогда мы будем в безопасности. Они умрут там, в глубине, и будут до последнего вздоха говорить о золоте. Я это зря открыл сейчас, да? Молния в бутылке. Keep out. Это явно тоже можно взорвать. Там что-то... Там что-то фиговое. Ясно. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Но я их обеих убил. Я у тебя съем, если ты не против. А вторая прибежала на звук просто. Я помню, что мне там нужно взорвать. Выход. Туда сейчас я... где она тут была? А, тут кость осталась. Но кость мне не столько важна. А, у них тут прям люди. Останки. Лопату возьму. В крайнем случае буду держать это все просто в лошади на всякий случай, потому что ржавая коробка. Ты кто? Долларовая монета? Просто так? Спасибо. Три отмычки. А сколько у меня всего отмычек-то? Тут просто сюда три нужно и туда три, а у меня их всего... Сейчас, погодите, что-то я слепошара. А, у них четыре. Ну, это печально, на самом деле. Они тут такое творят. Духи святые. А, мне... Потратить все отмычки. Я же не смогу взорвать эту дверь. Может, я где-то ключ найду. Давайте я похожу все-таки немножечко, посмотрю, еще гляну. Может быть, все-таки мне найдется... У меня получится где-то найти ключик от этого всего дела. Это так, так... платок, ящик с вилкой, лотук. Так, минуточку, большой сундук. Что? Огрызок? Я в сундуке нашел огрызок. Нормально. А и как теперь? Ладно. Стрелок не отсюда. Огрызок должен предупредить хозяев. Огрызок будет громко кричать. Вежливо попросить. Стрелок говорит огрызку добрые слова, теплые слова, как зимняя куртка. Только вот... Жмык, нюх-нюх. Стрелок пахнет хозяевами.
Да-да-да, стрелок пахнет, как хозяйка, хозяйка по имени Флора Олбрайт. Ой, огрызок очень рад. Стрелок может помочь огрызку, огрызок может помочь стрелку. Скажи огрызку, чего хочет стрелок? Шелби Кросс нужен. О, да, огрызок так и знал. Стрелок хочет увидеть верховного хозяина. Очень хорошо, огрызок предлагает сделку. Приведи огрызка к Флоре Олбрайт, и огрызок скажет стрелку, где найти Шелби Кросса. Огрызка даже целиком приводить не надо. Можно по кусочкам принести. Даже один кусочек огрызка подойдет. Какой выбор сделает стрелок? Почему он хочет встретиться с шерифом? Хозяйка по имени Флора Олбрайт добрая, совсем как стрелок. Огрызок старый, огрызок как кожа до кости. Никто больше не хочет огрызка грызть. Флора Олбрайт добра, она огрызком не побрезгует, огрызок очень надеется. Почему ты здесь? Почему крысы выедают кости? Почему стервятники начинают с глаз? Вот для этого и огрызок и нужен. Хозяева будут понемногу и есть огрызка, и огрызок постепенно станет их частью. В этом счастье для огрызка. Может освободить тебя? Освободить. Огрызок уже свободный. Огрызок хочет, чтобы его грызли. Это принесет ему великую радость. Ну, давай. Сделка есть сделка. Стрелок принесет огрызка к Флоре Олбрайт. Можно даже только мозг огрызка, и потом получит то, что хочет. Огрызок обещает. Огрызок, значит, у него явно не все дома, но он знает, как найти вашего мужа. И что? Нужно к Флоре, живым или мертвым, крыску не принципиально. То есть ты типа бегаешь со мной, но ты не часть моей команды. Ну, это замечательно просто. Ключ. Ключ от камеры. Супер. Я же сказал, что оно что-то должно тут быть. Так, это я заберу. Это я заберу. Спать я здесь, наверное, не буду. С вашего позволения. Серебряный сундук. Они обычно офигенные. Тут лук хороший. Голова. Костяной идол? Давайте. Не знаю, что это, но в серебряном сундуке. Я заберу. Я вообще не против. Бинт. А, погоди, это просто туалет, что ли? В туалете два бинта. Так, кости. Это понятно. Огрызка принести, Колбрайт. Ну-ка, а вот это? Да. Окаменелый череп. А наверху что? Стой, погоди. Ну ладно, допустим. О, это я заберу, это мне понадобится. Я как раз много тут динамита потратил. Ну, относительно, конечно, много. Тут больше ничего нет. Ну серьезно, вот так вот покопавшись, тут можно найти и тузов, и окаменелости, и вообще что хочешь, тут их прям много. Дружище, я тебя могу освободить? Да. Репутацию подкинули, супер. Тут у нас туз, сначала который я, конечно же, заберу. А поговорить с тобой? Я у тебя что-то сожрал, извини. Поговорить с тобой нельзя? Почему с тобой поговорить нельзя? Я же тебя освободил. Ты же до этого разговаривала. Че, блин, происходит? Ну хорошо, кстати, F5 давно не было. Я что-то аж расслабился. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Вторая бочка с динамитом, которая у нас была... То есть, по сути, я мог пройти или взорвав там,
Или пройдя через это чудище. Ну, блин, ребят. Мне, кстати, вот это чудище немножечко напомнило Чубаку из... Экзанимы. Помните? Вот, я не хочу сильно спойлерить тем, кто не видел данное чудо. Пойдите, посмотрите Экзаниму. Вот, вообще не пожалеете. Вот, но те, кто... О, вон еще две бочки. Отлично, иди сюда. Оп. Нет! Я не ту букву нажал. Упал, потратил 15 хп. Еще и у бочек... О, тут можно это пожарить сейчас. Отобрать у чувака остатки яиц. Блин, это плохо прозвучало. Ну, уж что есть. F5. Я тебя выпущу, да-да. Кабум, Рико! Сундук. С золотым тузом опять. То есть это не проход, конечно, но оно того очень даже стоило. Так, ты. Не будем говорить, чем ты нюхаешь цветы. Что же, детки мои, делать будут, если я здесь останусь? На, держи. Я тут немножко себе репутацию поднимаю. Вали, вали отсюда. Заодно аптечечка. Ну, знаете, это хорошие такие бонусы, как и репутации, и лут внутри камер. Они немножко мотивируют, так скажем. Бочка. Не, мне в этой бочке ничего не надо. Хорошо, получается, приведите огрызка к шерифу Олбрайт. Это у нас по основному заданию. Мы здесь сделали, на мой взгляд... В смысле взломать? Погодите. У меня есть третья бочка. Я так просто не... Я забыл про эту дверь, теперь я про нее вспомнил. Вот, смотрите, в чем прикол. Эксплуатировать бочки как открытие дверей гораздо выгоднее, чем взрывать ими людей. Ну, потому что от взрыва, там, в зависимости от уровня, еще неизвестно, живое оно останется, неживое. Я же не зря загрузил, это сохранился, да? Как оно так вот, ну, забейте. Кидал туда, взорвалось прямо перед моим носом. Да-да-да, у меня есть непотраченное. Да поставить... Отойдите, ребят, идите сюда. Идите сюда, идите, идите, идите. Как оно взорвалось, если я его сейчас кинул, с ним ничего не случилось? О-о-о. Останки. Во-первых, да, две аптечки, это шикарно. Тут еще одна бочка есть. Закрыт? Ладно, тут я потрачу одну отмычку. Вообще без проблем. Да, оно того стоило. Еще и доллары для покупки новой аптечки. Еще и динамит мне дали. В общем... Вот хорошая комнатка. Куча костей. Пойдем немножко полечимся, поджарим хавчика. И... затопи меня, Иун, если я лгу, но мне просто надо было чем-то кормить. Так иди к детям, что ты тут по шахте-то шаришься? Вот придурочный. Жаровня. 20 ОЗ-шки. И еще 20 ОЗ-шки. И еще, да, я не против, как раз почти на фул и восстановились. Мясник с вилкой. Ну, это же логично, да? Если ты ешь мясо, ты ешь его вилкой. Поэтому мясник с вилкой. Валим отсюда. Я надеюсь, там сверху ничего не заспавнится. Тут мы вроде все сделали. Мне понравились тайнички в стенах вот эти вот. А, мы вот так вот заспавнились. Ну, в общем-то, мне норм. Тут еще одна жаровня, но... Вот можно кактусик вот этот выпить, чтобы полностью нужно на фул хильнуться. Фух. Красиво, красиво, хорошо сходили. Мне прям понравилось. И чудовище такое масштабненькое. И это я тут, кстати, случайно похоронил человека, когда пытался его обыскать. Наверное, его закопал с его же дробашом. Давайте на секундочку...
Я тебя что, дружище, не обыскал? А, у тебя сигареты, фу, какая гадость. Секундочку, я немножко разберусь. Не, знаете, я не разберусь. Я прямо сейчас поеду. Что у меня было по доставке лекарств? Поэтому я сейчас вернусь в Скворечню. Потом поеду, доставлю лекарства. Потом поеду туда наверх, доставлю припасы охотнику, потому что 8 дней у меня осталось. Это жужжание может означать только одно. Растревоженный улей. Блин, интересно, что там. Окей, давайте, я посмотрю. Мне пока что, например, просто интересно смотреть на все это. Так, у нас тут матка астроспинов. Что? А кто вы такие? Они блюются, кстати, какие-то фигни. Бочка. Я что-то пока что не понял фишки вот этого. Подожди. Сундук. Ну, хорошо, деньги, TNT тоже хорошо. Во, лошадь. Открыть седельные сумки. Во-первых, мне тут нужно, наверное... Настакать всего. Вот этих... Они стакаются по 5 максимум, потому они уже мне начинают занимать по 2 слота, по 3 слота. Так, это у меня скоро закончится. Это мы пока что сюда перекинем. Это сюда, это сюда, это сюда. Лопата 9, лопата 10 сюда. Веревки 5 сюда. Теперь, что еще хочу? Наверное, динамиты, которые... Я просто буду знать, что они у меня есть в этой лошади. Ослепляющие гранаты... Кстати, защита 25, защита 20. Это мы еще посмотрим, что к чему. И так, еда пусть будет у нашего напарника. Ее проще взять во время миссии, чем каждый раз за лошадью бегать. Слитки. Слитки мы, кстати, сейчас все равно едем в город. Мы там будем разбираться, что по слиткам и шкаф. Прикинь. Аптека, патроны. Красиво. Смотрите, дробаш, срубленное дерево, сесть, встать, ладно. Дробаш прям хорошая штука против животных. Ну, против животных и вот этих всех тварей, которые скачут разбираться к тебе в рукопашку. Мне прям понравилось. Поехали дальше. Да, меня немножко потрепали, но это не проблема, я думаю. Так, лекарство 8 дней до сих пор осталось, хорошо. Нам сейчас в городе намного чего предстоит сделать. Хотя мы вроде так в прошлой серии из города. Охота на Шелби. Ходи за головами. Нам сообщили о том, что вы... что вы выслеживаете Шелби Кросса. Вы, все законники Запада уже довольно давно пытаются его найти. Я лично возглавлю отряд по поимке, но если вы найдете его раньше, чем мы прибудем на место, просто прикончите его. Никаких вопросов не будет. Маршал Диего Тронто. Ну да, типа, все. Пойдемте, мы огрызка доставим, а потом я уже займусь делами. О, это вода? Хорошо, полечи. И гляньте, она моментально набирается, потому что дождь. То есть это такая бесконечная хилка. Прикольно. По крайней мере, во время дождя. Пойдем сейчас отдадим вот
этого придурка. Я не знаю, что он с ним сделает, или он, или всякое такое. F5, кстати. Шериф. Зачем я туда залез? Скоро это здание станет пыль. Так, погоди. Идите по кровавому следу. К заднему выглядит свежим. А куда он дальше пошел? А я дальше не вижу крови. А, вот вижу. Ха, таинственная девочка, ты уже близко, пассажир. Интересно, что ты найдешь. Следы ног. Ага, идите по кровавому следу, ведущему за город. Тогда подождите. Я сначала все в городе сделаю, а потом мы пойдем. Потому что я сюда пришел изначально. Короче, вы меня поняли. Мне нужно. Мне нужно, наверное, продаться, переплавиться. Знаете что, давайте я все сделаю за кадром. Потому что мы это уже много раз делали. Будет что-то интересное, я включусь. Посмотрел опять сейчас на патроны. Что-то я пожадничал опять их покупать. Они идут по доллару за штуку. У меня такое ощущение, что я прям деньгами буду стрелять. Наверное, я пока что воздержусь. Кстати, в церквях же у нас всегда есть интересные комнатки сзади. Я уже не помню. А, вон, кстати... Фига себе. Откровение пастуха Гаваны уже прочитано. Люк спуститься. Я украл ключик и украл туз. Ну, вот. Это я же уже лутал. А как я туз пропустил наверху? Это все немножечко странно. Так, молитвенник уже прочитано. Замок, ключ от зала духов. А, вот что это такое. Это ключ от самой церкви. Вот что я спер. Да-да-да, стойте, молитесь. Нам выходит... Вот сюда. Вот сюда. Хорошо, не так далеко, пойдемте. Так, предел Олбрайт. Письмецо. Просто перекус. Некто по имени Флора Олбрайт. Последняя надежда Огрызка. Выслушает ли Флора Олбрайт просьбу Огрызка? Огрызок сочненький, огрызок вкусненький, пожалуйста. Ну, пожалуйста, погрызите огрызок. С любовью, Огрызок. Это письмо от чувака, который с нами сейчас... Пусто. Там же написано пусто. Я их открываю. У меня реакция срабатывает быстрее. Я сначала открываю, потому что понимаю, что там пусто. Туалет. Серьезно? А. Уф. Морган Олбрайт. Ты опять при оружии. Дожди и бури. Выглядишь внушительно. Тем, для кого предназначены эти пули, явно и духи не помогут. Ты привела друга? В любом случае, возвращайтесь, когда Флора будет дома. Там вы это видите, как бы, да? Хлоя. Ага! Шериф. Ну что ж, наверное, говорить что-то... что не то, чем кажется, уже поздно. То есть ты как раз с ними, да? Ну, ясно. Охотница, прошу, не горячись. Это хозяйка по имени Флора Олбрайт. Огрызок надеется, что она не испортила себе аппетит. Во имя Ева, что это? Откуда ты взяла этого доходягу?
Как ты стала сиреной? Я такой родилась. Большинство из нас это скрывает. Мы пытаемся не выделяться. Я потому и стала шерифом. Питаюсь только теми, кто этого заслужил. Например, такими, как тот парень, который в тебя плюнул, когда его спросили, где Алонзо. Его жизнь даже этого плевка не стоила. Я ем и приношу пользу обществу. То есть, я парню сломал 3 пальца, а она его потом просто съела. Что она знает о Шелби Кроссе? Шелби — воплощение всего того, какими не должны быть сирены. Именно поэтому я за ним охочусь. Я не такая, как он, Джейн. Я другая, поверь мне. Сделка? Они все одинаковые. Думаю, что сирены помогут им вознестись, переродиться и всякий такой бред. Огрызок не переродится. Переродится. Все воспоминания огрызка станут частью Флоры Олбрайт. Огрызок будет жить вечно. Флора Олбрайт запомнит, где найти Шелби Кросса. А ты точно знаешь, где Кросс? Если я соглашусь, то точно получу воспоминания, которые нам нужны? Огрызка опускали в самое священное нутро логова Верховного Хозяина. Огрызку точно известно, где она находится. Не горю желанием, если честно. Сказать, что вас это тоже не вдохновляет? Давайте, может, убедим, она все равно его... Вероятно, это единственный способ найти эту сволочь Кросса, и твоего мужа тоже. Огрызок старое мясо. Старый, мяса у него мало. Флора Олбрайт единственная, кто согласится огрызка съесть. Шторм, тебя забери. Ладно, давай уже покончим с этим. Готова, Джейн? Я не хочу его есть! Я думал, это она его съест, и она... Я не хочу! Вы чё? Я думаю... Ох, блин. Морган, принеси мне виски, чтобы зашло лучше. Огрызок будет вечно благодарен стрелку. Это лучший момент в жизни огрызка. Но не в моей. Ладно, вроде это не я его ел. Хорошо. Посолить бы чуток. Что ты видишь? Камень, оборудование, вагонетки. Это каменоломня. Ну, мы уже в ней были. В пастушьих горах 3 дня на северо-северо-восток. Там мы найдем Шелби Кросса. Слушай, помоги мне достать этот мир. Помоги мне сделать мир немного лучше. Возьми меня с собой. Мы найдем твоего мужа и убьем эту тварь Кросса. Что скажешь? Да, взять. Почему бы нет? Он получит по заслугам. Твой муж ждет. Кросс нужно стереть с лица земли. А я практически уверен, что она нас не съест. У него еще и $3 было. Чувак, ты мог эти $3 мне пожертвовать до того, как тебя сожрали? Ну, да, блин, я не то взял. На самом деле, я не вижу ничего зазорного в сиренах, как таковых, то, что они жрут людей и всякое такое. Это все-таки странный Запад. И быть предосудительным... Ну, то есть, если есть 2 стороны сирен, ну, типа, нормальные и ненормальные, я не вижу смысла как бы не доверять ей. Она до этого... У нее было прям просто 1 000 000 возможностей нас убить. Что-то с нами сделать, когда мы были еще без оружия, когда-то. Блин, ну не 414 жизней, это ж просто зашибезно. Сырое крысиное мясо, погоди. Сырой кусок мяса, неизвестно чей, змеиное. Ох, блин. Во-первых, туз. Тесак. Мясо. Я не горю желанием брать отсюда мясо, если вот вообще по чесноку. Банка бобов. Вот бобы, хотя если эти бобы вытянуты из желудка какого-то человека. О, как страшно-то. Но опять же, я же говорю, ребят, учитывая, что это странный Запад,
что такие странности здесь вполне нормальны. Мы узнали, что шериф людоед. Ну, она сирена, по сути, она не людоед. Газета. Эми Адамс поплатилась за свои грехи. Это, по-моему, у нас уже было. Уже прочитано. В любом случае, уже сейчас, это точно. Может, у тебя тут где-то еще тузик припрятан? Обычные вещи я... Блин, вот, ну вот прикинь, а? Ну вот, сколько у меня сейчас тузов? Стой, нет, привилегии. Уже 5! Карл, уже 5! Мы начинали эту серию, у меня было 8, я их все потратил. И у меня опять их уже 5. То есть я могу... Нет, ну я могу что-то одно сейчас качнуть. Там первая ступень, по-моему, 3 стоит, да? А нет, 1. Потом 3, потом... Да, я могу что-то на 2 ступени уже качнуть. При использовании бинтов восстанавливаю больше. Но это я еще подумаю. Пусть тузы пока что копятся. Ребятушки, давайте тогда на этом заканчивать. Продолжим уже в следующей серии. Пойдем, наверное, не по основному заданию. Пойдем погуляем немножечко, сделаем тут пару вещей, то там. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.